В Вологодской области ведется целенаправленная работа по созданию системы сбора и переработки вторичных ресурсов. На территории нашего города несколько предприятий и организаций осуществляют деятельность по утилизации отходов разного класса опасности. Вот здесь полиэтилен, мешочки. Здесь коробка, картон и бэушные коробки от молока, от снежка. В детском саду номер 9 раздельный сбор мусора осуществляется первый год. За пределами дошкольного учреждения стоит гараж, где его и хранят. В небольших количествах собирается пищевая пленка. Примерно в 3 раза сократилось количество мусора, который нужно вывозить на свалку. Это один из плюсов раздельного сбора мусора, да и затрат на его вывоз меньше. Полиэтилен, картон и люминесцентные лампы раз в 3 месяца забирают частные предприниматели. Стоит отметить, что с каждым годом количество детских садов, которые занимаются сбором вторсырья, увеличивается. Юрий Воронин, Антон Карев, новости провинции.